Да, Михаил, расскажи, пожалуйста, насколько реально сегодня применять технологии блокчейна в социальных проектах, или это, опять же, такая модная фишка, которая, скорее всего, работать не будет, просто наклону не справится с этой технологией? На самом деле в блокчейне нет ничего сложного, это очень простая технология, она действительно способна любой сектор, где нужно доверие, так, это доверие туда принести. И вот мое личное убеждение, вот я уже об этом говорил неоднократно, что без блокчейна сейчас ни одна сфера вообще в принципе не останется. И в любом случае блокчейн в некоммерческий сектор, да, и, собственно, вот благотворительный сектор, она принесет то, собственно, что все давно ждали, да, это вот доверие, наконец-то, людей, когда люди смогут доверять фонду, не обязательно рыться в отчетности его, знать в лицо руководителей. Ты просто увидел, что он работает на блокчейне, и, собственно, ты уже можешь быть уверен, что с ним можно работать.